Начинает путаница. Автомобиль сворачивающий направо. Понимаешь, что ой, блядь! Зеленый, то должен быть красный. Конечно. Да, они думают, что если зеленый, то ему красный. Красный. Зеленый. И вот здесь такая ситуация. Потому что Димка — это нормально. Все интервью Михаила Миллера слушайте. Подъездной путь, если... Ух, ебать! Ух, дивизии, бля! Ебать! Ух, там больше никто не летит! Ебать, твою налево! Нихуй! Блять, мама.